сейчас вот так вот выглядят волосы, я сейчас вам покажу. Честно, мне очень нравится, когда вот у меня они кудрявые такие становятся. Посмотрите, как классно. Напишите мне, или вам вообще нравится белый цвет волос, потому что, если честно, если бы я не кайфовала от своих, как бы, белых волос, я бы их уже давным-давно отстригла, потому что они у меня уже давным-давно отвалились. Но мы продолжаем с вами сейчас окрашивание. Вот наша мисочка. Сейчас, напишите мне потом, или вам хорошо было все видно. Ну что ж, мы это все дело с этой стороны расчесываем. Волос у меня на голове очень мало, поэтому окрашивание проходит крайне быстро. Голова уже начинает немного припекать. Вот. Ну что ж, начинаем. Мы сейчас с вами будем делать эту сторону, значит, проводим пробор. Вот так вот ровненько делаем. Мы сейчас с вами этот проборчик сделаем. Еще раз красочкой сделаем. Значит, берем нашу кисточку. Вот. Берем нашу вкусную краску фиолетового цвета. Вот она вот так вот у нас выглядит. И мы с вами вот так вот ложим это все дело, а сами вот тут вот делаем вот такие вот движения. Не боимся. Главное, на черное хорошо попадаем. Белое пытаемся не затрагивать. Вот, и оно нам таким макаром наши корешки. Видите, сколько у меня сильно видно, что оно реально вот отросло, понимаете? Реально очень сильно отросли корни. За полтора месяца. В общем, мне кажется, что я буду все-таки тонироваться потом вот этой красочкой Принцесса Секс. Может быть, даже сегодня затонируюсь. Вот. Это как бы номер 1065. И, девчонки, я вас уверяю, что эта краска не хуже, чем Формавита. Вот. То есть вы можете быть полностью уверены, что вот на 3% оксиде оно вам не спалит ни в коем образе волосы. Вот. Нормальная краска, как, по моему мнению, она обработана там специальными там веществами, да, но, ну, никак не должно вам испортить волосы. Так, для распределения берем вот такие же. Я пользуюсь всегда инструкцией, не знаю, как вы. Можно газетку какую-то использовать. Кстати. Да что ж это такое, блин? Запутаются волосы. Вот, ребят, главное, чтобы волосы не запутывались. Блин, надо смывать. Уже 26 минут я держу это все дело. Давайте, друзья, пошевеливаемся.
по идее, держать можно 40 минут. Никто не запрещал увеличивать выдержки. Просто смотря на то, как ваши волосы на это реагируют. У меня одна знакомая вообще целый час держала и ничего. Так, ставим бумажку и... Или не ставим бумажку, делаем пробор. Если вы уже перестаете видеть, что там происходит у вас сзади, подглядывайте в зеркальце. Вот. Я не знаю, честно, первый раз делаю с бумажками, друзья, я не знаю, как я это все буду смывать. У меня сейчас будет паника, потому что я обычно перед смытием очень волнуюсь, что я типа передержала, да. И, кстати, друзья, я один раз так снимала видео, вот у меня есть там вискоз, все про блонд, и я там передержала порошок, я там как раз говорила, блин, я боюсь, что у меня волосы не отвалились, и все такое. Так что, друзья, смотрите, не передерживайте. Я тогда передержала, походу, где-то час, что ли. Вот. Ну что ж, делаем дальше. Мы берем бумажечку. В общем, вот таким вот макаром мы прорабатываем всю нашу голову. Ой, друзья, я уже устала краситься. На самом деле это очень сложно.
Друзья, в общем, я уже прокрасила практически пол головы. Сейчас уже так более-менее просто корректирую то, что еще не закрасилось. Честно скажу, у меня в ужасном состоянии волосы. Вот так вот их красить часто, как я красила эти 5 месяцев подряд, никому не разрешайте. Не боимся краситься, вы должны хорошо четко знать вот эти вот границы, да, где можно типа наносить спецблонку, а где нельзя. Просто берете и вот так вот краску наносите. На височную часть тоже не боимся делать. Делаем. Мы сейчас уже пойдем это все дело смывать, поэтому, друзья, получаем удовольствие от того, что мы наносим эту краску. Мы же любим краситься, правильно? Давайте глянем, что у нас там получилось. Ага, вот здесь вот надо прокрасить. Вот эти участки, в принципе, музыка приостановилась. Так. Друзья, если бы не мои открытые окна, тут такой запах все стоит, вот реально как в салоне красоты. Краска очень сильно запах дает. Вот оно просто все черное, понимаете? Оно абсолютно не хочет браться. Такое впечатление, что вот отросло и не хочет краситься. Сейчас побольше нанесу, да, чтобы уже точно прокрасилось. Давайте делаем пробор.
Ну все, и мы заканчиваем практически. Вот наш последний мазок. Берем и примазываем его тут прям снизу. Я не знала, что у меня вот тут вот волосы почему-то стали расти, господи. Это что еще такое? Ну все, друзья, мы проработали все две наши стороны. Вот. Можем еще раз пройтись. Здесь вот так вот сделать. Сейчас я вам объясню, как это сделается. Вот так же, как накладывали. Так, по одной забираем. Можем снять перчатки, чтобы нам было удобнее. В общем, друзья, в общем, у нас получается вот такая картина. То есть я перед вами сейчас стою вот с такими двумя обесцвеченными сторонами, да? Видите, как оно там обработано, да? Мне кажется, я там хорошо проработала. Вот сейчас давайте посмотрим с вами, как я сделала это. Вот. Ну, в общем, смотрим. Где там еще надо краску нанести? Сейчас я включу вам здесь. В общем, смотрите. Я думаю, что еще неплохо было бы сделать посерединке вот тут вот, да? Вот тут промазать. Блант, он имеет такое преимущество набухать там, да? То есть его, даже если вы его полностью не выпользовали, вот мне хватает пол тюбика краски на мои ладни. Не знаю почему так. Обычно мне много этого спецблонда и не надо. По сути. Ну что ж, я вижу, как сильно мои корни уже поднялись. Особенно на этой стороне. Вот, что ж, будем заканчивать нашу такую интересную с вами процедуру. Вот. Здесь бумажек нету. Вот. Потрясающе просто осветлилось. Шикарно, да, я вижу, как оно все вот тут вот проделалось. В общем, друзья, мы уже заканчиваем с вами. В общем, у нас картина понятная, мы сейчас это все смываем. Вы подписывайтесь на мой канал, обязательно поставьте лайк, если вам понравилось видео. Ну и смотрите мои следующие выпуски, потому что, вот видите, оно уже на глазах видно, как оно осветлилось. Я вижу хороший результат, да. Снимаем наши бумажки, в общем. Особенно там, где лобик у нас хорошо уже осветлилось. Под действием теплоты
Я думаю, у нас все прекрасно. Все получилось, так как мы с вами задумали это сделать. Что ж, заканчиваем уже, да? Сейчас оно такое состояние не очень, да? Ой. Ну, в общем, друзья, вот такой вот приблизительно результат. Я не знаю, как оно там осветлилось или нет, но я вижу, что вроде бы цвет уже поменялся.